Итак, в сегодняшнем видео мы будем готовить жареный сыр. Я его предварительно открыл уже. Вот с таким вот названием. Куэсо фреско, мексиканский сыр. Легко поддается жарке, так же как халуми. Я его вскрыл предварительно. Разрезал. Мы нарежем не толще сантиметра. Сковородку я включил, предварительно подогревая. Огонь надо поставить не очень большой, замедленный. Жарится этот сыр без чего-либо, без масла, без растительного, без сливочного, без никакого, в общем, по сухой сковороде. Очень вкусный сыр. Впервые мы попробовали его, когда на Кипре жили, халуми сыр, там был такой популярный, подавали жареным к столу, было очень вкусно, здорово, и прошло время, мы вспомнили про этот сыр, начали искать. В магазинах халуми бывает, но не всегда, а вот этот сыр, я уже название показал, он именно подходит для жарки. Ну и вот мы начали с вами процесс жарки. Видите, он не плавится, не течет, как обычный сыр. Течет. Добавим немножко. Так из холодильника сыр холодный. Видать, не совсем достаточно я прогрел сковородку. Надо лучше прогревать ее, веселее будет. Кто любит сильно поджаренный, ну тут может подольше держать. Буквально несколько минут уходит на жарку сына. Видите, как быстро все происходит. Похоже, что он у нас уже готов. А мы
обратите внимание, двух сторон он хорошо поджарился. С этой стороны и с этой. Ну, этого нам для завтрака будет достаточно. Сковородку включаем, убираем в сторону. Посмотрите, какой сыр получился. Хоть он и горячий, я попробую продегустировать его. Прекрасно. Даже чудесно. Этот сыр солоноватый. Ну, очень вкусно. Хорошая закуска. Советуем попробовать. Ну и вы не забывайте про нас. Оценивать наш труд лайком, подпиской, ну и комментарием. Это поможет нам распространить наше видео. Всем спасибо. До следующего видео.